Раньше было не подъехать, но все меняется. Этим летом начали ремонтировать и практически заново строить дорогу к садовому некоммерческому товариществу «Сигнал». СНТ находится в Ульяновском районе, близ деревни Елизаветина. Объект длиной в километр, шириной в 6 метров. В этом месяце дорожники прокладывают и трубу для сточных вод. Ведутся работы с 10 июня. На сегодняшний день полностью отсыпан у нас песчаный слой толщиной 15 сантиметров. Приступили вот к второму участку закладки трубы. Заканчиваем трубу, уплотняем слой песчаный и приступаем к засыпке гравийного слоя. Местность богата оврагами, и дорога, давно требующая внимания, просела и разрушилась. Председатель СНТ «Сигнал» весной этого года обращался к губернатору по поводу ремонта дороги. Вопрос решили быстро. Дорога для нас – это дорога жизни. Дорога жизни. Вы обратили внимание, что СНТ как бы на острове находится, со всех сторон овраги. Выехать невозможно, особенно в грязную погоду, в дождливую погоду. И весной, в распутице, осенью выехать невозможно. Поэтому дорога для нас – это жизнь. Планируется наладить и транспортное сообщение. Михаил Поджилков уверен, 200 трудолюбивых садоводов достойно комфорта. И главное вот что. С вводом этой дороги в эксплуатацию сюда будет ходить автобус. Мы отвели вот там вон, площадку, видите, вот площадка. На этой площадке будет разворачиваться автобус. Мы отвели землю соответствующим образом за свой счет. Эту землю передали районной администрации, ее включили в план работы. По словам подрядчика, со сроками сдачи объекта все в порядке. Дорогу планируют запустить в августе. Проект курирует Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». В восстановление полотна и строительство водоотвода вложено около 5 миллионов рублей. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.